опыт падения, разъятия и вновь собирания, гармонизации, целостности и внести этот опыт во Вселенную, в мироздание. А то внести, там сказал бы, вот я считал, что это перевернутый мягкий знак. То есть, если мы забудем это слово, мы забудем свое предназначение. То есть каждое слово, оно несет огромный смысл. Когда мы это понимаем, смысл, мы произносим его, оно начинает творить. Мы слово начинаем творить. А сейчас особенно важно свой изучать русский язык, не просто проходить, да, а изучать его глубоко. Каждое слово. Изначальный смысл слова, потому что в результате информационной войны очень много искажений в словах, и мы забыли, как это творить словом, чтобы сказать, и так стало. Вот поэтому сейчас, вот, проходя через трудности, через испытания, мы вспоминаем, кем мы являемся на самом деле, и вот этот свой дар способностей проявляем, помогая друг другу вместе, и вот этот свет, он может распространяться и преображать себя, окружающий мир. Поэтому звучит песня «Театр Святое Кольцо. Эх ты, Русь!» Эх ты, Русь, печальная, эх ты, Русь, страдай. Раскайся ты и всем прости, вперед иди, да помоги. Эх ты, Русь, широкая, эй ты, Русь, раздольная, есть поля, есть леса, есть глубокие моря. Эх ты, Русь, могучая, эй ты, Русь, певучая, вставай, вставай, да запевай, сердца людей ты согревай. Эх ты, Русь, красивая, эй ты, Русь, любимая, люблю тебя, ты, Русь моя, ты, мать моя, спасу тебя. Эх ты, Русь, единая, великая. Ура! Что-то я поддержку не чувствую. Давайте вместе. Ур – это источник света. Когда мы произносим ур, мы концентрируем энергию в исток духовного сердца. Наша мантра. Вот. Ур. Арай, раскрываем этот свет. Mm-hmm. Да? Вот эта концентрация и свет, вот эта спираль вверх-вниз, вверх-вниз и в разные стороны. Этот свет, он преображает себя и окружающий мир. Mm-hmm. Вот давайте вместе, да? Вместе мы... Три раза. Давай. Сначала не громко, потом погромче, а потом третий раз. Как это военное. Ура, ура, да. Ура. И да? Этот поселок наполнится светом, любовью, радостью. Да? Давайте. Ну, а если еще мощнее, то и дальше пойдет Россия, наша планета. Главное, душу вложить. Сейчас посмотрим цель, насколько. Выдохнули. Вдохнули. Ура! Ура! Уже лучше. Еще может тогда вот. Дорогая пошло. Ну что,
Светлана Николаевна. Наверное, дальше. Гитара уже после гостей. Как по Дону Дору, может, нет? А, можно, да. А, мы хороводы ходили, не знаю, получится. На хороводы дети, наверное, тесновато. А, подождем весны, лето. Да, на улице. Ну, что-то вон лужайка хорошая для хороводов. Mm-hmm. Кстати, раз мы затронули тему важную о Руси, есть предание такое, которое мне очень греет, мне близко, я верю, что так и будет, если каждый для этого что-то сделает. Оно, предание это звучит так. Россию, Русь ожидает великая радость. Три ветви после бегства Бесовского сольются в единое древо. Золотая Русь, Белая Русь, Беларусь и Киевская Русь сольются в единую Матушку Русь. Здорово. Нравится? Да, верим в это, да. Да ладно, у нас Советский Союз на всю землю будет, я думаю. Я об этом говорила с белорусами и украинцами в этом году, они знают. Это начало, потому что человечество – это семья. Все народы – это большая семья планетарная. Поэтому этот союз просто… Почему, на мой взгляд, почему наш союз СССР развалился временно? Да? Потому что он не был совершенным. И сейчас… познав вот это падение, разъятие, мы можем более совершенным создать союз братских народов, да? И эта энергия любви, она может развиться планетарно, потому что по всей планете просыпаются люди, у которых открыто уже открывается духовное сердце, которые думают о любви, о радости, о взаимодействии. И тогда человечество обретет такую колоссальную силу, энергию любви, что сможет и во Вселенную привнести вот эту целостность, гармонию, любовь и воссоединить Вселенную, как это было изначально. Но это уже будет совершенное человечество, совершенная Вселенная. Я спою сейчас несколько произведений. Это народные творчества, которые тоже мне очень нравятся. Я включаю, у меня коллективное такое вот сознание. Я часть песен собираю, которые нужно петь. Часть пишу на стихи как композитор, часть на свои стихи, авторские песни. То есть это коллективный опыт. Прозвучит песнопение «Вода водится» и «Как по дому». Когда водится, водится, я буду петь. Вы представьте, что потоки воды, света, любви, они льются на нас, очищают. Да? А как подумал, это энергия любви, гармония мужского и женского начала, вот, основа бытия жизни. Thank you.
надувай. Да по-тихому дунай, мама, утёнушка, ой, ладу-ладу, ой, ладу-ладу. Мама, утёнушка, а за нею селезнюшка, ой, ладу-ладу. Плынь заплывай, ой, ладу-ладу, ой, ладу-ладу. Плынь заплывай, утёнушкой называй, ой, ладу-ладу, ой, ладу-ладу. Ой, да ты борошек от парани, ты за шитовым пиши, Ивана. Что галоши, как кудряна, а в бору дырял, кудри льются на лица, люблю мою молодца. Уши, как Ванечка, по горенке покаживая, то сапога по сапогам поколачивает, а он сапога по сапогам поколачивает. Он летом протек как кровь, зимой не замерзал, живил водой всех жаждущих, от скверны нас очищал. Слава тебе, роды небесные, слава тебе, роды земной, слава тебе, род любимый, слава тебе, род родной, герой, герой. Ой, да ты, Руси, матушка, птица слава, матушка Богородица, матушка ладушка. Ой, да ты, Россиюшка, сеющая свет, мир и здоровья всем на много лет. Все вместе! Эй! Слава тебе, род небесный, слава тебе, род земной, слава тебе, род любимый, слава тебе, род родной. Еще раз! Слава тебе, род небесный, слава тебе, род родной, слава тебе, род любимый, слава тебе, род родной. Герой! Личный герой, кто любит родителей, родину, народ свой, матушку природу, проявляет свой потенциал, открывается глубинная родовая связь с Творцом, с предками, с родом, тогда он переходит в новую реальность. Кстати, очень интересно, есть такие вот знания, я коротко вам поведаю, то, что это нужно передавать людям от сердца к сердцу. У меня есть такая песня, давайте я сейчас спою песню под гитару, да? А потом... У нас эта песня появилась совсем недавно. Год идет, да? 2020, врата. И эта песня совсем вот недавно появилась, хорошо, летом. Ну, сама песня скажет о самой себе. Самой себе. Проходим испытание, какой я человек. Пройти ли сможет каждый прекрасный мир и новый век? Стоим перед вратами, экзамен мы сдаем. Насколько мы разумны,
как мыслим, как живем. Стоим перед вратами, экзамены сдаем. Насколько мы разумны, как мыслим, как живем. Я думаю, начать мне нужно с распорядка дня. Как солнышко зайдет за горизонт, так спать и лягу я. А солнышком я встану, водичкой обольюсь, зарядку бодро сделаю и праной надышусь. А солнышком я встану, водичкой обольюсь, зарядку бодро сделаю и праной надышусь. Молитву прочитаю, и сердце пусть идет, тогда на 100% весь день любви пройдет. Спою я людям песню, вселенной всей спою, услышат сердцем каждый, я всем ее дарю. Спою я людям песню, вселенной всей спою, услышат сердцем каждый, я всем ее дарю. Семьёю дружно вместе посадим мы цветы, и детский смех украсит мир небесной чистоты. И вы поиграем, посадим огурцы, и яблоньку посадим, прекрасней станет сад, и в хороводе дружном пусть каждый будет рад. А на закате вечерком опять водичкой обольемся, эфирная гимнастика от радости смеемся. А на закате дня водичкой обольемся, эфирная гимнастика от радости смеемся. В кружок мы сядем вместе с соседями, друзьями, расскажем впечатления, поделимся мечтами. Мы солнышко проводим, заварим иван-чай, споем мы дружно песню «Играй, гусляр, играй!» Мы солнышко проводим, заварим иван-чай, споем мы дружно песню «Играй, гусляр, играй!» Деткам колыбельно споем мы перед сном. Пусть будет сон спокойным, пусть сладким будет он. Мы силы восстановим сном, отца благодарим. Увидим сны прекрасные, а днем их воплотим. Мы силы восстановим сном, Творца благодарим. Увидим сны прекрасные, а днем их воплотим. Вот так мы повышаем вибрации свои. А ты как будешь делать песню сочини? Ведь мы семья едина, нам каждый как родной. Таланты проявляй свои и людям песни пой. Мы все семья единая, нам каждый как родной. Таланты проявляй свои и людям песни пой. Проходим испытание, какое человек, пройти сможет каждый в прекрасный мир и новый век. Стоим перед вратами, экзамены сдаем, насколько мы разумны, как мыслим, как живем. Стоим перед вратами, 2020, экзамены сдаем, насколько мы разумны, как мыслим, как живем. Да, здорово. Ну, все, вот этот экзамен мы брали. Вот заканчивается. Как считаете, вы сдали экзамен? Еще непонятно. На какую оценку? Пока нет, не сдал, не сдал. И построим мы в результате мир любви. Да, согласен. И об этом мы сейчас и споем. Да. Она как, нет, тоже не уходи далеко. Ну, конечно, красиво же. Приятно же рядом. Кто знает слова, подпевайте, но припев, я уверена, что вы, кто даже не слышал эту песню, сразу же запомните слова, да. Там просто как раз. Раскрывается лотос сердце.
стоп, ребята. Песни. Пусть отношения еще улучшатся, чем больше будет гармонии, любви, радости, света.